Прославленный российский полководец Александр Суворов был владельцем усадьбы в селе Ундал, ставшей сегодня частью города Лакин Сомского района. Память суворовскому Ундале сегодня берегут прихоти святого Казанского храма, благосостояние которого набожный военачальник заботился. Продолжаем. Науку побеждать Суворов писал как раз в Ундале. Он реально много жертвовал на храм, любую экономию просил направлять на храм. Ундальская церковь на тому свидетельство, и далеко не единственная. Заботясь о подрастающем поколении в Ундале, Суворов построил школу для солдатских крестьянских детей. Здесь же был близ храма, теперь пристроено в позднейшие времена двухэтажного здания силами настоятеля, прихожан, благотворителей, создан музей, посвященный прежде всего Суворову. Здесь можно все узнать об истории Ундала и его храме, а главное, те ограниченные соединения православной веры, подвига на поле боя в истории России. Образцом такого христианского отношения к воинскому долгу был как раз Александр Васильевич Суворов. Спасибо вам за внимание. Продолжаем. От храма и музея спускаемся мимо источника, из которого, несомненно, пил воду и Суворов, к месту, где стоял его дом. Проходим мимо совсем узенькой речки Ундалки, подающей в Клязьму, по аккуратной улице под очень высоким старым липом. Эти липы бывшего барского парка называются Суворовской рощей, и они тоже могут помнить великого полководца. Сегодня рядом со старыми липами видны молодые саженцы. Суворовскую рощу Лакинской решили возродить. Спасибо за внимание.